Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть Dragon Riders Chronicles of Pern, и в прошлой серии мы пробивали в некоторых непонятках, но правда, что-то все равно доделали, раздобыли себе арбалет. Это, в принципе, неплохо, я считаю, даже замочили первого колесного этого жука. Ладно, давайте возвращаться в игру, мне тут ой, мышку взял в руки, думаю, чего? Так, нахер. Так, нахер, подождите. По F4, говорят, карта будет. Нихера это не карта. Это вот эти вот херня. По F4, как видите. Так, это дневник, это так, так, так. Давайте посмотрим. Вот карту вот так. Почему вот это вот не вызывает? Ну это с драконом базарить, а вот это что? Ничего. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там качнулось. Блин, у нас даггер все равно качнулся. Ну это, конечно, неплохо. Ну и не сказать, что так уже и зашибись. Так, сила. У нас, кстати, до уровня могущества существенной буквально там чуть-чуть уже силушки осталось. Ладно. Опять мышку в руки беру. Знаете... Какого хрена? А... Надо, может, с этим чуваком поговорить. Мне что ли подсказывает, с кем говорить надо? Какая нахер карта? Ну, короче, ясно, это ничего не поменяло. А что ты еще хотел сделать? А, ну это правда не на этой локации. Так, глянем инвентарь, что у меня там есть. Ну, у меня, в принципе, особо ничего и нету. Чтобы так уже зажигать. Неясно, кому этот артефакт. Ладно. Пойдем. Сходим вот туда вот. И посмотрим, может быть, у нас там что-то новое появилось. Хотя я практически уверен, потому что мне тут подсказали немного. Но если нет, я тогда хрен знает. Что тут тогда делать? Короче, вот эти вот два чекера, которые там стояли, нас не пускали, они вообще должны исчезнуть. Ничто не предвещало этого, конечно. Но откуда мне было догадаться, что они, честно говоря, исчезнут, я не знаю. Но, тем не менее. Нам путь лежит сюда. Палаты лорда Гра... Ты выпиваешь, тут стоишь. Молодец. Молодец. Уважаю. Так. У тебя здесь нихера полезного нету. Так, ну это разговор с самим Гралтом. А кто ты вообще такой, а? Мимо крокодил. Not only is the crowd disturbed by this occurrence, but I fear I will have to impart what we discussed to you as a voice for the rest of your wing. Very well. As you may have guessed, this disease that afflicted your friend is similar to that chronicled in Moretta's ride. That much I gathered. However, my harpers report that this strain is far more virulent. It also does not seem to have affected other weirs. Which means? It is targeted directly at Fort. But what about the traders from Ista? I believe them to be unfortunate casualties. The disease seems to be arriving by cattle. And the traders have obviously eaten some of the beasts. Coming from Ista? Коровье бешенство, короче. Convey this information to your wing, Decor. The Dragon Riders must stem the flow of this disease before it spreads. И коровок не едим. Small favor to ask. Yes? I would request that the traders be paid the agreed amount for their services. It is bad enough that they are losing people to the disease, let alone their fees. Что к чему вообще? Причем здесь торговцы, ё-моё?
Let us try to soften the impact of the plague as much as possible. One more thing, Dakor. You realize there is the chance that you may be infected as well. The thought had crossed my mind. Good day, Lord Grault. Well, I doubt the day could get any worse. Появилась новая информация в дневнике. Торговец Манвар с удовольствием показал мне прекрасные приемы. Ну и что? Так, Нилит думает, что наезднику на драконах нельзя выступать на соревнованиях лучников. Я все это читал уже. Так, подожди. Сказать. Так, теперь я должен увидеть перед отъездом Манвара и сказать ему, что... А, ну во. Сказать ему, что договорился про налог. Хорошо. Понял. Сходим про налог, скажем, пускай этот торговец валит. Так, мне отсюда пора, ну как мне отсюда выйти? Так, стопы. Может, с ним еще о чем-то можно? Ну ладно, нахер. Наверное, нельзя. Пойдем побазарим со всеми торговцами. Как минимум. Ну, во-первых, нужно с тем торгашом поговорить. Который у нас вот как раз аналогии просил. Ну, я так подозреваю, что я вообще уже могу и выступ-то слететь. Нихера. Ха! Я не могу, то есть... Наверное, торгаш мне расскажет, где Иста. Ну, ладно. Вообще сплошные торгаши. Ну эй, ты чувак, я тут все раздобыл. You'll be paid the agreed amount. Lord Grault is sympathetic to your cause. I owe you a great debt, friend. If we meet again, I will repay it. Так, ну репа-то у меня улучшилась. Ну что? Новая информация. Так. Говорил с Манвором, он рад, что налог стал меньше, однако какой-то все-таки странный, непростой человек. Ясно. Тем не менее, Исты до сих пор на моей карте нет. И я не знаю, что мне дальше делать. Так, эти до сих пор там... Ламу явно хотят. Конечно, есть еще что делать, но... Не хочется летать туда-сюда. Верно. Ясно, тебе больше ничего не надо. Да я уже не особо что-то и хочу. Карном я вообще базарить не могу. Ну а ты что? Все одни и те же базары. Не, ну это тоже мне мало что даст. Давайте еще туда сбегаем, может мне там что-то все-таки еще нужно с кем-то договорить, потому что, ну реально, реально, никуда больше идти. Мне что ничего не дало, то что там эти, ну поговорил я с Манвором, ну и все, ну и хорошо, передал я ему, жебись, радостно, но не более того. А, ну единственное, что, может быть, я сейчас вот этого чувака, Чугурлу, который мне понадобится, я его уже встречу. Наверное. Уже у себя там. Но это побольше похоже на правду. Так. Well, I doubt the day could get any worse. Ясно. Ладно, давайте, раз уж сюда пришли, мы, наверное, все обойдем. Опять же, со всеми поговорим.
Может быть, у кого-то какие-то мысли опять закрались, появились новые. И... Что-то им надо. Здорово, мужики. Дженнер Джексон. Ты здесь уже 10 часов долбишь. Работай, негр. Солнце еще высоко. Тем не менее, у меня один золотой есть. Так, Трегард. Что ты говоришь? Какой не можешь подобрать состав? В чем ты вообще на твою несешь? Да ладно, я с Ламратом уже договорился. Еще вообще какие проблемы? Так. No matter how hard I try, I just can't get the acoustics right in here. Акустика. Знаете, что я бы еще хотел сделать? Я бы хотел там все-таки пойти и раздолбать кусок той стены, которую, скорее всего, можно раздолбать. Давайте попробуем. Ой, пошел. Блин, что мне ключ надо? Все так не откроется. Как видите. Здесь, о, меня вот эта вот херня интересует. Где там моя кирка? Голбой! Так. Яичко! Дротики для охоты на жуков. Так, ну еще опять-то трава. Непонятная. Все, больше здесь ничего нету, да? Кстати, еще одну херню я мог разбить бы, когда выходил оттуда. Но ну его нахер, как говорится. Так, подожди, я ж могу, наверное, туда залезть. Заодно и уровень прокачаю. Хи-хи. Сейчас мы будем заниматься вообще всяким говном в эту серию, как всегда, опять. Пэл. Что, уровень не качнулся ни хера? Может, я что перепутал? Твою дивизию. Так, где моя... Еда. Пополам разрубил. Так, подожди, херню надо еще. Где-то ж было тоже такая вот штука. А вон ща мы подолбаем. По-моему, еще у меня там в доме эта херня была. Яйцо Вери. Very, very яйцо. Медицинский напиток. Супер. Супер просто. Yes. It looks like a drum pattern, similar to the one Yalen gave me. Так, Тиноси. Тиноси, хорошо. Сайд-квестики всякие. Ты отлично. Это просто замечательно.
Идем, значит, к Тиноси. Что нам еще остается? Уж я не помню, чтобы здесь что-то можно было еще раз долбать. Так вот как-то. Ну, так, давайте еще здесь глянем, может быть, что-то там полезное есть. А, о. О, язык! Дай мне сил. Удовольствие. И спой там что-то. Хорошая, говорит, баллада. Я ее запомню. Хорошо, запоминай. Ну, не зря сходил. Ладно. Вылазим отсюда нахрен. Полезно сходили. Сейчас пойдем к Синоси к этой. А баллада-то кому? Так, я что-то там еще что-то подобрал. Помимо этого. Яйцо туннельной змеи. Вот кому-то ж нужно еще яйцо туннельной змеи, что ли? Или так? Да я не помню, честно говоря. Вроде бы кому-то надо было, но кому? Вообще ни хера не помню. Кому нужно было яйцо туннельной змеи? Точно не этому. Не, кому-то нужно было, это стопудово. Вот. Кому? Давайте сходим к этим. К аферистам. Возможно, им пригодится. Кстати, интересно, что у меня не идет прокачка почему-то. Я уже давным-давно должен был быть... А, 1400. Нет, так я уже могущественный. Наверное, вообще грозный. Ну, ладно. Я уже могущественный. Видали? Видали вы меня? К хрену яйцо туннельной змеи надо. Ну, честно говоря, не хочется... Читать опять все эти на журнале, это ж жесть. Все прочитать это. Так, рабочий. Странную легенду. Наездников глянул. Здоровье ухудшается. Забавный пергамент. Плотник, скульптор. Хватает времени, что приготовить, протяну ему рукопомощь. Вот интересно, блин. Бармен обеспокоен, во-первых, он думает, что темные силы. Пироги. Мэрик. Залечи. Мне надо достать еды. Так я сделал это уже, Тиноси. Так, больной по имени Сирала дал мне жемчужину. Так, это выполнено. Взяли спеть. Она ищет что-то потерянное раньше Локином, людей про это пронюхала. Я привез ковер, теперь надо про это сказать. Форт Уивер, я это сделал. Чё? Один из ковров, Скарна. Стопы, так и ковер нужен. Не, так я и отдавал уже. Не, я ж отдавал ей ковер. Ладно. Лидеры выбора. Это выполнено. Где-то хороший барабан. Это я делал. Кузнец. Обычные артефакты я сделал. Йован, это понятно. Эпидемия. Торговец Манвор. Так, наставник, наезднику нельзя выступать на нашем внимании, как я сделал. Волосы ламы, но это хер на него.
купил шестерки. Так, и пьяницы. Там рад. Темные пещеры. Гончарный круг на месте. Гончар. Нужен новый держатель. Я все это сделал. Сказал, что в обмен на зверя он хочет туннельную змею. Интересно, Джим не знает. Так, ну туннельную змею я достал. Ламбрат. Да ёшкин ты кот. Два яйца, четыре яйца тун... А, ну ясно. Зря все это искал, я смотрел. Короче, четыре яйца туннельной змеи. Я нашел только одно. Понимаете? Так, пойдемте сходим к этой дурочке еще раз. Может быть, ей уже понадобится вот это вот, то, что я тягаю. Я сильно сомневаюсь, конечно. Жди. О, сняли на нем брона. Короче, ничем. Давай, пускай. Так, сейчас пойду наверх. К этим чувакам схожу. Потом на низ к докторам, к этим. Так, это по идее мне сюда. Здорово, Тиноси. Can I help you, Decor? I'm very busy, you know. I just wanted to show you this, Tanasi. I believe it is a drum pattern of some description. Let me see. Well, I never. Where did you come by such a thing? It was carved on a wall in the ancient caves. Do you recognize it? It's very old. Very old indeed. I must show this to Herod when he has the time for study. Thank you, Decor. Так, ну это я просто репу улучшил. Хорошо. Так, стопы, подожди. А я же там слова какие-то узнал. Может быть, пригодится вот этому чуваку, который там сидит, пишет. Все может быть. Здесь в этой игре нужно любые шансы, любые возможности пробовать. Sorry, friend, but I really must press on with this work. Да что ты говоришь? А та ушла, деваха, да? А, ну да, она ж. Что-то у драконов там тусуется, ее здесь нет. Так, а подожди, я достал вторую деваху, может быть, мне еще яйцо дадут? Надо бы с этой тоже поговорить. Ладно, все. А, ну давайте еще к докторам зайдем. Так, эта дверь, кстати, заперта, да? Или она вообще ни о чем? Так, у меня же есть еще ключик, может быть, мы можем его применить. Так, малой, ты что-нибудь знаешь? Well, seems you have become more knowledgeable in the ways of Pern. Perhaps you would like to know more. Any information you have, I'm sure would be of use. Да, не, я все же сто раз спрашивал обо всем этом. Это неинтересно. Давайте опять вот эту вот дверку попробуем. Ну, ты мне напишешь, что она в кухне закрыта для собрания. Что это значит? Ключ двери к пещерам, маленький бронзовый ключ, но он не подойдет. Странно, почему он не исчез, когда я его использовал здесь. Что, наверное, его еще раз могу использовать. Я здесь все забрал. Ну да, было бы глупо полагать, что здесь появилось что-то еще. Был бы слишком глупо. Так, еще камера опять не переключается. Ох ты, ёшкин ты, моёшкин.
ушли отсюда из-за западни. В общем, короче, дело к ночи. Что-то я запутался в трех соснах. Надо улетать отсюда поскорее к себе туда, там подолбить немного. Да. Так, ну ладно. Здесь у нас все. Дракона зовем. Дракона зовем и улетаем. Не, ну может Иста появится еще. Давайте полюбуемся на это дело. Может быть, оно вот так вот тут до первого полета. Не, ну про Иста, наверное, мне все-таки должен сказать чувак на... в чаше там у себя. Ну пойдем, пока я что делать будем. Опа, Ламрад. Что за Ламрад? I know we haven't seen eye to eye on a few matters, but I wanted to make amends. Да что бы это? Yes, sir. It has come to my attention that all may not be as you suspect within your wing. Ну и перевод. Also, when I was last at your weir, a couple of weeks ago, I overheard a conversation between a member of your wing. I believe it was Solon. The one with the scarred face, and an undesirable, known as Guriel. Guriel? I've never heard of such a man. And that is probably the way he wants it. The conversation concerned your wing leader. Mm-hmm. It would seem какие-то интриги плетут. Окей. Solon resents Sabor's direction, as his tactics during thread fighting caused him to lose his eye. But I never believed that any of his actions were traitorous. He intends to poison Sabor, and soon. He was purchasing a sickly-looking liquid from Guriel. It was only by my own alertness, stealth, and cunning that I was able to remain him. Ну, спасибо, мистер. Ты мне хорошо. With the safety of your wing leader at stake, can you afford not to? Here, give this to Vahal. It is the Lord Holder's personal condolences for your weird woman's death. Keep a sharp eye on Solon, Dragon Rider. I feel you'll find him a most slippery character. Спасибо, Ламрад. Так, давай-ка. Fort Ware. Так, а что у нас там в дневнике? Ну ладно, давай. В общем, интриги пошли сплошные. Одеваем свой маньяковский костюм и летим дальше на паузе. Возвращаемся. Короче, я засек. Вся эта херня по полетам во сне и наяву занимает около 2 минут. Представьте себе. Ну чё, в очередной раз пытаемся как баран запустить опять вот эту вот херню. Нихера себе, он до сих пор не может сдвинуть. Так. Не, я не могу палочкой вот это сделать. Ну, киркой я тоже навряд ли это сделаю потом. Ой, твою мать. Понажимал. Не можете, говорит, здесь использовать. Ну идите вы нахрен. Чё, я бежать не могу? Говорит, дикой силы нужен. К чему не бежит? Не хватало еще глюков, что он бегать не может сейчас. Так, ладно. Твою дивизию. Блин. Хренович хренов. Лучше как этот ходить. Ладно, пойдем, зайдем. Твою мать. Тупаешь ты, свинья. Вы слышали, как ветер у меня колбасит? Это вообще просто охрененно. Войди уже.
Шрифт не работает, реально, ребят. Я не виноват. Не виноват я. Так, давайте с этой побазарим. Сили. I think you'd better leave, as Morath is getting agitated. Вот так вы видали. Говорит, вали отсюда нахрен. Мы-то чай тоже не лыком. Блин, он здесь не собирается бегать, реально. То есть на тех локациях, на которых он мог бегать, он... Ну, автоматически бегает, он будет бегать. На тех, которые... Блин! Фак, как говорится. Что делать? Будем ходить. О, побежал, как молоденький. Ну давайте опять всем шестерить. Найди ты нахрен. Shift вообще не работает, то есть он, видите, он, если он бежит, то он бежит. Если он не бежит, то он не бежит. Сманч! Хотя бы лицом ко мне повернулся, когда разговариваешь. Тут ты ж понимаешь его. Ладно, пойдем. Идемте, знаете чего? Следуем. Это вот место. Там сейчас с еще одним чекером хочу поговорить. Может быть, он мне что-то скажет. Есен. Very interesting. Да что тебе там интересно? Здесь ничего. По-моему, разбивать как раз вот эти вот херни я не могу. Здесь больше нигде. Ладно. А, блин, надо было жучка отдать. Ну ладно, пока не будем этим заниматься, пока у меня shift не работает. Стоп, а здесь же было что разбить? Или это не было? Или не... А, ну это там было. Так, ладно, давайте я сохранюсь и, наверное, перезайду в игру. Потому что... Это, ну его нафиг. Так, бегать. Так, еще полчасика. Только полчасика играю, можно будет еще побегать троху. Ладно, пока на паузе. Так, ну все, игра восстановилась. Поэтому мы можем еще минут 10 побегать, наверное. Так. Опять неясно. Мне сказали там, ты это... То есть люди говорят... Иди, чувак, а что мне делать? Опять здесь обходить все надо. Там говорят, кого-то отравить хотели таки. Вы таки хотели кого-то отравить? Но все равно никого нету. Прямо как... Пусто. Так, это сидит, выживает здесь. Что мне скажет, иди-ка ты нахрен. Hello again. My fingers are beginning to ache. Так иди поспи, если твои пальцы начинают болеть, что ты их мучаешь. Так, это, шлюшка, тебе никто пока не пришел. Она такая, hello. Так она здесь ее и нету, она вообще свалила. Понимаете? Дамы и господа, леди и джентльмены, давайте же поднимемся наверх, поговорим там с чибербеками очередной раз. Маленькая кухня, это не ты там отравить хочешь? Джакс, стоять, сука маленькая. Hello.
невидимый. И Джим, I was told not to see Jim, and I always do what I'm told. I'm sure you do, Jack. Да, блин, а чё? Я ничего нету. Где этот Джолиф? Где эту коровью ферму возьму? Мне висту надо, но как мне туда попасть? Хоть убей, не пойму. Так лечись, собака, нездоров. I just saw a trundle bug running about in there. Really? Yes, a black one. Так, где-то здесь бегает. Вон он, жучок. Ясно, второго жучка я знаю, где искать. Нормально. Так, эти со мной говорить явно не захотят. Он тебе яичко принес. Лодочное яйцо. Glorious, glorious. These snake eggs should give the dish some body. Туннельная змея — это лодочка. Уж не беспокойтесь. Поняли? Какая хрень. Лодочка. Это вам не хухры-мухры. Так, идем наверх. Так, куда ты пошел? Идем на верхний уровень. Может, сейчас там кто-то будет? Потому что если никого не будет, я уже просто буду в шоке сам. А во, сидят. Молодцы. О, гляньте, собрались они все. Наркоманы. I'm sorry to hear about Catan. As are we all. What of his body? The Harpers have disposed of it appropriately. Так он умер? And what news do you bring? Nothing more than Xenth has no doubt communicated to your dragons. There is a disease rife on Pern. At the moment, it seems to be contained to this area, leading us to believe that it could be a direct attack. From who? That is uncertain, but the diseased cattle seems to be coming from Ista. Then it is settled. Decor, Salon, and Neth, escort Barak to Fort Hold and inform Lord Gralt that we will insist on a Dragon Rider presence there. Maybe you can catch the traitors that brought the cattle in. The three of you will then fly to Ista and see what information you can gain there. What of a new wing second? I propose for Ben for the position. And I graciously accept. I'll have to disagree, Sabol. For Ben is only a brown rider and has little experience with red. I recommend the position go to Decor. He has more than proven himself in this matter. Вот так вот. Decor, he's a whelp. Сам щенок, иди ты нахрен, придурок такой. Будет он меня щенком называть. More qualified by impression than you. Ублюдок. Since there is dissent, I shall do so. In favor of Faben, raise your hands. And for Decor. О. Congratulations, Decor. It appears. А этот урод с этой с лицом с корявым не за меня голосовал, значит на него надо наклепать. Я такой обиделся, подумал, ну тебя нахрен. Пошел такой бухать. О, Леонид. Don't disappoint me. Да еще бы. Новая информация там в дневничке появилась. Спустя, говорит, некоторое время. Надо синенького взять. Here you are. Thought you'd run off. Thank you, Solon. What can I do for you? We should make haste. Barak and Earth are ready to fly. We must get to Fort Hold before the night gets late. Никогда не темнеет вообще. All right.
But don't take too long, man. Так, надо взять... Так. И же яиц больше нету, да? Нету яиц. Ладно, возьми синенького, значит. Пригодится. И шо? Так, карты исты нам не дали до сих пор, да? Ну, ясно, нам нужно будет лететь в Форт Холт в следующей серии. Ну, давайте, ладно, пока еще есть время. Давайте сбегаем. Отдадим жучка этому чуваку. Смотрим, как это будет выглядеть. Это, наверное, будет интересно, да? А? Так. Behold, my friend. I have a message here from Lamrod at Fort. А, ну да, кстати. Really? It is informing us of Fort's condolences at the werewoman's death. Right. I shall file it with the other skin straight away and inform Sabor. Thank you, Deco. Так, репу улучшили. Подожди, а со сбором мне не надо побазарить? Кстати. Тебя там мохнатый сбор. Ты где? Тебя там отравить хотели. Что он делался? Где делась эта мохнатая скотина? Stay out of trouble. И этот по-прежнему ничего не хочет говорить толково. Ну ладно. Не, ну благо я сейчас уже знаю, что мне нужно делать. Нужно лететь в Форт Холт и говорить с этим... с чувачилой. Ну блин, как-то сбора же желательно было предупредить, а её что-то нету нигде. Нету и все, тут та дура меня не пустит. Ты плевать я хотел. Опа, здесь уже закрыто. Здесь тоже закрыто. Ты кто такой? Jim! Jim! I don't know. I go off to Fort Hold Gather for half a day, and he disappears again. Опять исчезнул несносный мальчонка. Так, что пишут? Собираюсь ехать в форт вместе с Бракнес и Слон. Брак останется в крепости, будет держать ухо востро, наблюдая за распространением болезни. Мы же поедем на Исту и попытаемся чем-нибудь разузнать. Кроме как-то мне совершенно не хочется ехать в Слон после всего того, что Ламрад рассказал о нем. Это даст мне возможность последить за ним. Хорошо. Хорошо. Просто замечательно. Малин этот носится. Эта деваха вышла, что-то, наверное, может быть, уже желает, чтобы ей что-то рассказал. Цитронный фрукт. I will return later. А вон Иста появилась. Яшкин, моя Яшкин. Я уже, короче, могу и Исту слетать, как видите. Не. Не, нихера пока что. Вот она там начертила Исту, а я пока что не могу. Вот такой вот я забавный человек. Все, давай вниз. Дадим букашку. Странно, мне казалось, это я еще могу подолбить. Где? Может, уже что-то попутал. Хочу управление... О, гляньте, там уже кто-то стоит. Управление было, инвентировалось. Херово, все работало. Что-то они здесь собрались. Hello, Decor. My husband is coughing all the time since returning from Fort Hold. Do you know anything about this illness? I heard that healer hall is full. Ну да, есть такое дело. Так, Джиммиан Джикоб.
Hello, Decor. How is Zenth? I fear all the dragons have taken Brandt's departure badly. He's quiet, but fine. And we will all miss Catan greatly. Yes, we will. Have you seen Vahal? I need to speak to him. Yes, he's in the caves. What do you need to speak to him about? Oh, nothing really. Just that Piath is going between too often. He needs rest. Seems Vahal is visiting the southern continent on a regular basis. The southern continent? All right. I will talk to you later, Jacob. Так что к чему? Что к чему вообще? Я не понял. Ну да ладно. Этот тут перестал долбить, уже сидит, отдыхает. Нет, ты говядинки нажрался. Неугомонный. Давай-ка. Возьми. You mean these insects? Oh my, not another one of the critters. Oh my. May I have it? Imogen will be so pleased. If you find any more, please bring them to me. Репу выращиваем. Так, ну по идее здесь больше уже ничего не осталось. Так, гляньте, а там какая-то колесница появилась. Давайте посмотрим. Что же это такое? Кто это там приехал? И что ты тут делаешь? That's me, sir. What a disastrous gather. Never known one like it. What with that dragon going between and all? That dragon was Branth, and was bonded to a very good friend of mine by the name of Catan, who has also left us. Sorry, sir. I didn't, realize. Шо к чему? Да я должен был с Перри поговорить потом с этим чуваком, или как? Вообще. Hello, Decor. How is Zenth? I fear all the dragons. Так, что-то они повторяются. Он тихий, говорит. Мне кажется, он ведет себя тихо, то есть спокойный. Один тихий. Перевод, конечно, тот еще. What do you need to speak to him about? Oh, nothing really. Just that Piath is going between too often. He needs rest. Seems Vahal is visiting the southern continent on a regular basis. The southern continent? All right. Короче, когда я посещу Висту, наверное, мне тогда нужно будет с ним поговорить. А пока что... Пока что, я думаю, закончим на этом. Есть у нас куда лететь. Полетим в следующей серии. Опять же, Форт Холд. Побазарим там с этим чуваком их главным. Но, естественно, полеты я уже буду за кадром делать. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.